Всем привет, ребята, с вами я, Кирилл, и мы сегодня снимаем обзор моего Жигуля в замечательной игрушке под названием GTA 5. Это Жигуль в GTA 5. В прошлый раз, когда, если вы смотрели прошлый ролик, я показывала, как купить такой Жигуль, как у меня. А дальше вы его сами можете закастомить. Обращаю внимание, что расцветку, вот эти штуки, спойлер, тонировку, вот эти вот штуки, как зеркала, капот, диски. Я все делал сам. Сам кастомил. Сам все делал. И вот эти бока тоже я сам делал. Что ж, попробуем прокатиться. Во-первых, если мы сядем в мой Жигуль, у него есть... У меня уже есть как бы вот эта подсветка. Гоняет он со скоростью света. Не обращайте внимания, это тут не я сделал. Салон. Салон ближнего лица где-то вот такой вот. Все красивенько, все хорошо выглядит. Разгоняется до 130. Хотите, покажу. Надо нам переместиться на пляж, чтобы там можно было поехать. Телепортируемся на пляж. Что ж, ребята, вот сейчас мы как бы будем тестировать, насколько он быстр. Вот мы просто уже телепортировались на пляж, и можно ехать. Здесь можно ехать даже от первого лица, потому что так больше видно скорость. На песку он гоняет, конечно, не так быстро, как по асфальту, но можно сейчас телепортироваться в город. Телепортируемся, чтобы увидеть оригинальную его скорость. Что ж, ребят, вот мы и здесь. Погнали смотреть его оригинальную скорость. Так сказать, оригинальную. Не подделанную. Разгоняемся мы где-то до 130. Это как честность. Просто я еще хороший водила. Уже 100 есть. 130, в принципе, мы разгоняем. Что происходит? Угар. Что ж, это был обзор моего Жигуля. Стоит он на самом деле 145 тысяч, но не мой. Мой стоит где-то 300. Потому что на него я потратил где-то 300 тысяч. Что ж, ребят, если вам понравился данный видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока и всем удачи. Адьос!